День библиотекаря – праздник, который в нашем городе принято отмечать с размахом. Дежурные поздравления давно заменили впечатляющие ивенты с живой музыкой и арт-перформансами. 50 лучших сотрудников из разных библиотек города стали гостями торжественного приема. Приятно, что все-таки праздники такие существуют и для нас, для библиотекарей. Очень здорово. Это, во-первых, повод увидеть коллег, которые работают в других библиотеках. Это очень приятно видеть, что нас ценят, уважают. Вопрос у обывателя. Что же происходит с библиотеками в наш век аудиокниг и цифровых носителей? Библиотеки действительно меняются, но не изменяя себе. Вот это, наверное, самое главное. Поэтому сколько бы ни говорили, что время библиотек ушло, время бумажных книг ушло, это не совсем правильно. И говорю это не как библиотекарь, а просто как человек, достаточно долго проживший на свете и понимающий, что некоторые вещи, которые чем сильнее их хоронят, тем сильнее они становятся. Это сейчас информационные центры. Это и на нашей площадке, и еще на 11 площадках города Челябинска работает проект «Библионяня» для самых маленьких наших читателей, начиная от года и до 3 лет. И библиотеки – это и компьютеризация, конечно же, выходы в интернет только на полезные, на хорошие сайты, на обучающие сайты. Это, конечно же, и сотрудничество с детскими садами, школами. То есть библиотеки, они всесторонние и как бы очень, ну, разнопланово, что ли, работают. Челябинская областная универсальная научная библиотека, известная своими креативными проектами, в последнее время взяла курс на моду. Началось все с выхода календаря, для которого в модных образах снялись сотрудники публички. А Всемирный день библиотекаря здесь отметили показом молодых дизайнеров. Впервые в библиотеке пройдет модный показ под названием «Интеллектуальность в тренде». У этого события есть некоторая предыстория. Мы в последнее время стали замечать, что у нас большое количество молодых людей сидят за книгами, работают. Они очень красивые, очень модные, очень современные, и, по-моему, книги их еще больше украшают. Через моду, конечно, можно выразить себя, во-первых, привлечь внимание к своей личности, да, а потом уже заинтересовать общением, своим духовным миром. Я думаю, что да. То есть, если еще и обложка соответствует внутреннему образу, конечно, это шикарно. Студенты-дизайнеры в своих коллекциях отражают творчество писателей, художников, а также актуальных проблем нашего времени. Наши коллекции, мне кажется, очень хорошо соответствуют теме показа, потому что у наших коллекций, у наших ребят, которые проектируют коллекции, у них у всех есть так называемые творческие источники вдохновения, которые непростые, они обращаются к художникам, обращаются к произведениям поэтов, писателей, затрагивают проблемы окружающей действительности, там, социальные проблемы, ну и так далее, и так далее. И получилось так, что наши ребята, по сути дела, всегда затрагивают тему интеллектуальности. У меня идет психологическая тема, это возвышенная тема, это общее сознание человека, это деперсонализация личности в психологии. День библиотекаря больше, чем профессиональный праздник, ведь книга по-прежнему остается одним из главных источников знаний для каждого цивилизованного человека. –